Здравствуйте, старший инспектор ДПС Павлов. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на транспортные средства, а также путевую документацию. Соблюдение правил дорожного движения и перевозки пассажиров проверяли сотрудники госавтоинспекции. Вместе с ними в рейд вышли специалисты отдела по борьбе с экономическими преступлениями медсанчасти 59 и Федеральной миграционной службы. В этот раз под наблюдение попали маршрутные транспортные средства. В Российской Федерации идет мероприятие. Много, скажем, пассажиров и людей гибнут при перевозке пассажиров в разных частях Российской Федерации. Во время рейда сотрудники ГИБДД проверяли наличие необходимых документов и количество пассажиров, находящихся в салоне автомобиля. В течение часа госавтоинспекторы остановили свыше 10 маршрутных транспортных средств. Нарушений правил перевозки пассажиров выявлено не было. Разговаривая с водителями, сотрудники ГИБДД призывали их быть более внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».